Всем привет, с вами я, Ника, вы на моем канале, и это скутер-чек моего самоката. Погнали, начинаем с рулевой. Рулевая у меня Touch-Team, черного цвета. Собираюсь потом покупать новую, но когда именно, я не знаю. Дальше, у меня есть два зажима. Сейчас я буду кататься на зажиме фуга, черного цвета, сейчас покажем. И на этом я, возможно, буду кататься, но ощущение, как будто в нем пойдут скоро трески. Вот такой вот. Его жизнь уже потрепала хорошенько. Это был первый зажим. Сейчас будет второй. Вот такой вот зажим фуга. Это для руля, простав, короче, между рулем и зажимом. Это если руль меньше. Вот такой вот зажим фуга. Вот таких вот у меня два зажима. Буду пробовать сейчас на фуга кататься, но это когда я уже подпилю руль и деку. Потому что когда я буду пилить руль, то мне надо еще и деку будет подпилить, чтобы не было перевеса. Дальше руль. А, нет, дальше намотки. Намотки у меня новые, да, сейчас твердоватые, но их надо раскатать, как я знаю. Это просто Touch-Team намотки обычные. Дальше руль дроп. Это, как я знаю, стальной руль. Ну, короче, на хик-систему. А вот что я говорила про пропил. Пропил у меня очень узкий, достаточно большой. Тут у меня слезла краска немного. Не обращайте на это внимания. Там, кстати, на мое удивление, опять идет треска. Ну, как треска. Это не полностью треска, но типа царапины в виде трески. Так вот, что, почему у меня он, типа, скажем так, сломался. Пропил, типа, не очень хороший, потому что я приехала один раз, спросила, чтобы мне сделали пропил пошире. С меня взяли деньги, нормальную такую сумму, и просто сделали мне его ввысь побольше. А вшире мне вообще его почти не сделали. Так, поэтому я дам своему другу, его папа мне его подпилит. Потому что мой самый старый зажим, вот, и, в общем, тут можно заметить то, что тут вот руль пошире, чем тут. И поэтому, то есть, мне, считаю, вот эту часть почти полностью надо спилить. Но я буду пилить не все эти 4,5 сантиметра, а 3 сантиметра, чтобы руль у меня был 54. Сейчас он у меня 57, а будет 54. Дальше. Вилка. Вилку я недавно себе купила, потому что моя немного бракованная. И тем более я решила по цвету себе взять легкую, просто шикарную вилку Yuri V2 фиолетового цвета, 120-е колеса. Вот такая вот вилочка. Колеса. Колеса обычные, тоже недавно купила, Touch-Team. Просто обычные колеса. Название их тоже не помню. Это тоже Touch-Team, а это Этик. Конечно, с Этика зажима на Touch-Team переходить не очень, как говорил Петя Бондарь, но без разницы. И остается у меня вот такая вот дека. Это дека Этик Ереван V1. Она у меня сейчас в 49 размере. Буду пилить ее под 47, чтобы не было перевеса у руля. Точнее, на деку. И вот такая вот у меня шкурочка, дроп, грибы. Очень топовая, очень хорошая. Я ее только наклеила, еще даже не каталась. Когда мне все подпилят, я думаю, я поеду или в Рамстрой, или уже будет время для сезона. Потому что деку мне будут подпиливать примерно в апреле. Руль мне, может быть, даже на следующей неделе, не знаю, как получится. Когда будет время. Так вот, сейчас я буду собирать свой самокат. Сразу говорю то, что руль я буду зажим поднимать высоко. То есть я его ставлю тут, чтобы он хотя бы немного держал руль. Ну что, давайте начнем. Мне понадобится, понятное дело, мне понадобятся шестигранники. Беру шестой. Берем оську. Берем второй шестигранник, шестой. И два пятых. У меня все на шестом, но только оська у меня на пятом. Потому что его родная снапнулась. Начинаем. Самым первым делом я раскручиваю, то есть, саму систему. Тут будет ускоренная.
Завтра, к сожалению, уже в школу, но от этого никак не избежать. Ну и дальше уже раскручиваем саму оську. Держим с двух сторон и раскручиваем. Тут есть очень маленькие проставки, их самое главное не потерять. Но если я даже потеряю, то у меня со старой вилки есть такие же. То есть вот такие вот проставочки. Вот она, какая красивенькая вилка Юри В2. Ставлю вот тут вот, чтобы держать хорошо. Берем колесо. Берем, кошку вставляем, первую проставку. Самое для меня достаточно, ну, несложное, но немного трудновато, это поставить вторую проставку, потому что ее точно сложнее, для нее место поменьше уже идет. То есть ее еще поймать надо успеть, то есть тяжело достаточно, в общем. Вот, я впихну, то есть тяжелее немного. Вот так. На самом деле очень легко, главное понять, как это делать. То есть вот если на прошлой вилке своей я это делала легче и быстрее, потому что вилка сама по себе была немного... Ну, она нормальная, если честно, но немного бракованная. То есть пропил, в общем, вилка не очень хорошо держит руль. Нет, держит, конечно, но иногда есть моменты, что можно его спокойно достать. Ну, спокойно выбить и все там сломать, короче, да. Вот так вот это выглядит просто шикарно, потому что внутренняя уже похожа на цвет вилки. Дальше я беру рулевую первую часть, и вот так пока что я оставляю. Потом я буду ставить сейчас задний колесо, потому что мне так лично легче. Продекшн, спасибо вам за такую вилку. Вилка просто топ. Я сейчас знаю, что Продекшн не видит, но ничего страшного. Как-нибудь переживем. Меня не сыграли, уже замечали, я их отвечала. Вот она зерно я видела в жизни. Мада А4 видела в жизни от команды Redaction. Так, берем второе колесо. И в конце, кстати, мы все взвесим. Сколько здесь сейчас мой руль? Рит, ой, рулик. Весь мой смокат, таких габаритах. Рит 49 и руль 57. А потом, когда мы все попили, то мы тоже засняли такое же видео. Но уже, типа, просто засниму, сколько весит теперь мой смокат. Три габаритах, типа, когда это будет 47 и руль 54. Задний колесо готово. Тут я еще расписалась в свой Инстаграм, свой Ютуб канал. Ну и моя роспись. Тут у меня тоже Redaction написано, тут у меня наклейка Redaction фиолетовая. И со стороны тоже наклейка. Сейчас ставим вилку. Снизу так переворачиваем, я решил, и видео для тех, кто не умеет собирать смокат, понимаешь, что как, тоже ему поможет немножко. И пыльник. Вот так собирается, то есть, система хик. Потом мы ставим вот эту колбочку, сверху блинчик и закручиваем болт. В жизни всего у меня было 4 вилки. Первая самая плохая была, потому что это был с декой СДС, как называли в тот момент. То есть дека была вот такая вот, а все было типа открыто, и один раз, когда я попал еще по ноге, было пипец. Идеальный звук. Но он будет почти, потому что типа вот за это. Дальше. Сейчас я беру свой зажим фуга. Так, поставка мне нужна. Чуть раскручиваем, что у меня немного закручен. И вставляем в руль. Зажим. Руль. Насажу повыше. Вот так. Теперь я встану и буду затягивать руль. То есть я беру, так вставлю. И руль я оставляю сверху. Вот так. Сейчас я соберусь поудобнее. Руль выравнивать я сейчас особо не буду, потому что, типа, просто собрать надо. И когда я закручиваю зажим, таким вот, вот этой частью, это шестигранник, потому что слежите себе, во-первых, болты, еще можно перезатянуть зажим, короче, все пипец будет. У меня такое было с этиком, который самый легкий, типа. Но он сам легкий уже был, когда он был вроде. Типа, 40 грамм весит с болтами, реально весит. Вот. Ну, вот у меня сейчас считается, потому что у меня пропил очень плохой. И сегодня я очень высоко поставила, как раз для того, чтобы хотя бы его просто закрутить. Сейчас немного посилим и поставим. Видос, как мы уже думаю, многие видели. Ну, сейчас вот будем его вам еще раз показывать. Вот такой вот топовый у меня самокатик. Ну, мне очень нравится. Потом когда-нибудь поменяю себе руль на титан. Вот так вот. Давайте сейчас взвесим на весах. Вот так вот я его поставила. И он весит 2 килограмма 781 грамм. 782, точнее. При габаритах 49 и при габаритах 57 руль. Вот, ну, короче, когда мне его подпилят, я буду, то есть, опять засниму, сейчас он весит 2 килограмма 777 грамм. Ну, короче, то падаю, то поднимаю сейчас, потому что он стоит не совсем ровно. Вот сейчас ровно. Вот, да. Ну, вот такая вот у меня... Пушечка, как для меня, очень кайфовый самокат, особенно Юри. Колесики, просто все по цветам, как по мне. Конечно, зажим, я думаю, оставлю черный, а потом вот тут вот будет фиолетовый, я надеюсь. Ну или покрашу зажим. Не, зажим красить все-таки не буду, не. Фиолетового достаточно, потом, скорее всего, рулевая будет еще фиолет, но это не точно. Ну и вот такой вот, в общем, самокатик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.
Давайте добьем мне 1000 подписчиков, пожалуйста. Хотя бы в этом году, я надеюсь, я добью себе 1000 подписчиков. Ждите видео, они когда-нибудь будут выходить, когда мне все будут пилить опять. Буду немного подснимать и опять соберем когда-нибудь самокат, и я опять это засниму. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока.